Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня заказ из интернет-магазина «Вселенная текстиля». Интернет-магазин ивановского трикотажа и текстиля. Если вам интересна данная тема, я вас приглашаю. Оставайтесь со мной до конца обзора, так как сегодня большая примерка женской одежды. Ну и в заказе постельное белье для моей дочери Алии, детский комплект. Ссылка на интернет-магазин «Вселенная текстиля» будет в описании. Также в описании я оставлю для моих подписчиков промокод Нафиса 01 3% скидки. Если вы будете делать заказ, не забудьте воспользоваться промокодом. В интернет-магазине «Вселенная текстиля» можно приобрести одежду для женщин. И хочу отметить, что действительно огромный ассортимент одежды именно для женщин. Также для мужчин и для детей. Постельные принадлежности, постельное белье, все для кухни и все для дома. Также приглашаю подписаться на мой Инстаграм, ссылка будет в описании, на мой канал. Обязательно пишите комментарии, оставайтесь со мной, мне будет это очень приятно. Ну что же, давайте быстренько начнем рассматривать одежду. Как всегда, показываю поближе, и будет следом примерка. И уже я в обзоре в начале, в новой одежде, из интернет-магазина «Вселенная текстиля». Это блузка Симона, птички Калибри. Заказываю себе 50 размер для себя, так как 50 размер для меня комфортно. В 48 я ощущаю себя не так комфортно, такое ощущение, что меня везде тянет, везде обтягивает. Стоимость данной блузки 488 рублей. И поближе, конечно же, это рассмотрим. Блузка такого же плана, как Симона Калибри, 50 размера, стоимостью 488 рублей, тоже называется Симона, розы на полосе. И вот так это все выглядит. Это 100% хлопок. Можно рукав отпустить вот так вот. И можно приподнять. Сзади сделано вот воротник. Можно носить рукав вот так вот, приподнимая. Здесь у нас кнопочка. Можно убрать. Вот она вот так вот висит. И оставить рукав вот так вот. Блузка Лада, стоимость 387 рублей. На лето будет очень приятный к телу, и в этой блузке мне не будет жарко. Горловина на резинке. Вот такой вот рукав. Ткань полупрозрачная. И тянется очень хорошо. Не длинная такая блузка. 50 размера. Футболка стоимостью 282 рубля. Размер 50. Называется просто белый. Милый зайчик. И сзади просто белая вот такая футболка. 100% хлопок, очень приятный к телу. На лето будет в самый раз.
Блуза 50-го размера, называется «Мира», узоры на синем, стоимость 450 рублей. Здесь вот такой вот рукав. Это ткань вискоза. Вискоза ткань очень приятная к телу. Те, кто любит ткань вискозы, как я, вам очень понравится. Вискоза потрясающе приятная к телу. Футболка 50-го размера, белый горох на синем, стоимость 412 рублей, ткань вискоза. Еще раз повторяюсь, ткань вискоза мне очень нравится, и на лето для меня это самый лучший вариант. Футболка вискоза. Блуза темный индиго, стоимостью 435 рублей, 50-го размера. Данная блузка у меня уже есть, но другого расцветка. Сейчас я вам покажу. Длинный рукав, манжет, очень приятная к телу вискоза. Данную блузку я вам на 100% рекомендую. И здесь вот такая вот отделка. И смотрится на груди это очень интересно. Такая же блузка, только другого цвета. Это мелкий горох, тоже цвет индиго. Из интернет-магазина также «Вселенная текстиля», который я очень люблю. Рекомендую. В интернет-магазине данная блузка есть в наличии. Блуза вискоза с длинным рукавом. Очень удобный, красивый рукав. Приятный к телу. Следующая блуза тоже называется «Мира», но уже горох на розовом. 50 размер, стоимость 450 рублей. Это 100% хлопок, не вискоза. Очень тоже приятная к телу. Постельного тона. Так вот выглядит. Качество одежды «Вселенной текстиля». Качество очень хорошее, я всем рекомендую. Эту блузу я приобретала, чтобы носить под пиджаком или под ветровкой. Хочу сказать, что это хлопок и чуть-чуть маломерит. Даже не чуть-чуть, но маломерит. Тоже называется «Мира», оранжевые круги, размер 50. Это блуза такого же плана, как горох на розовом. Мало мерят, девчонки. 100% хлопок. Прям вот мне на руках очень тесно. А цвет такой очень интересный и приятный. Обязательно пишите в комментариях. Футболка «Кулирка», размер 50, стоимость 252 рубля, называется «Ромашки на джинсе». И вот так это все выглядит. Приобрела данную футболку я носить дома. Смотрите, как красиво. Замечательные ромашки. Ромашки на джинсе.
Я видела у блогера, у Ланы Светланы, такую футболку. Часто вижу на ее фотографиях, даже во влогах, поэтому тоже я захотела такую футболку. Смотрите, 50-го размера, вот эта вот футболка по размеру очень даже хорошо. Замечательная такая, знаете, летняя. Носить дома буду с удовольствием. Может, даже когда-нибудь увидите в каких-нибудь обзорах. Свитшот коралл, размер 50-й, стоимость 531 рубль. Замечательный коралловый цвет. Сзади вот такая вот полоса. И вот так вот сделано. Необычно тоже. С двух сторон. Приятная к телу ткань. На весну будет самый раз. Свитшот. Рукав оказался чуть-чуть таким длинным. Вот. Так приподнимать. Телу, ну, очень-очень приятное, прям чувствуется, что это не синтетика, приятное к телу. И последнее пока из одежды, это будет толстовка бордо, стоимость 555 рублей, 50-й размер. Вот так это все выглядит. Здесь спереди вот такая вот полоса. И вот так вот рукав, и с краю вот так сделаю. Толстовка, вот такая здесь вот полоса. Рукав. И здесь также длина. Сзади тоже идет полоса. Такая вот толстовка. И на этом моя примерка закончилась. Всем спасибо за внимание. А теперь я вам покажу постельный комплект. Называется «Сладкоежка», который я заказала для своей дочери Алии. Как всегда, приходит упаковано вот так. Вот вселенная текстиля. На подарок хорошо. Детское постельное белье. Ткань поплин. Сладкоежка. Полтора спальни. Сейчас будем рассматривать. Ну и, девочки мои, напоследок быстренько рассмотрим постельное белье. Стоимость всего лишь 986 рублей. Ткань поплин. И в комплекте одна наволочка, так как это детский комплект. Постелила я в зале, так как у меня дочка моя уже спит, а я снимаю обзор очень поздно. У меня есть помощница. В комплекте одна наволочка, простыня и пододеяльник. Простыня и наволочка одинаковые. Самый такой девчачий цвет. Плотная ткань. И вот такие вот кексики, сладкоежки. Очень плотные, приятные. Поплин мне очень нравится. И с другой стороны, как понравится вашему ребенку, так и может укрываться. Можно укрываться с этой стороны. Здесь цвет такой же, как у наволочки, у простыни. А здесь вот такие вот, ой, Нюшка, сладкоежки. Девочкам не мешается. Девчуша. У нас Мурзик тоже все новое любил. Как я показывала обзоры, покрывала комплекты, так Мурзик всегда тут, так тут был. Теперь это королевишна тут, Мурлыка. Мишка, красотулька. Ты же мне не даешь показать, а? И хорошая девочка. Вот такой вот замечательный для девочки комплект. Рекомендую.
книжка. Ну, наверное, на этом все. Ссылка на интернет-магазин «Вселенная текстиля» будет в описании. Заходите, смотрите. И не забудьте воспользоваться промокодом NAFISA01. Скидка 3%. А все. А мы спать. Всем пока-пока.